Олимпийская чемпионка 2006 года, продюсер ледовых шоу Татьяна Навка намерена приехать со своей шоу-программой в ЛНР. Об этом сообщает РИА Новости. По данным источника, спортсменка выиграла грант на 14 миллионов рублей на проведение мюзикла на льду «Руслан и Людмила» в Луганске. Сейчас Навка занимается урегулированием юридической стороны вопроса. С гастролями в ЛНР она обещает отправиться в 2023 году. «Мы выиграли грант, за что безумно признательны, для нас это большая честь. Сейчас мы находимся на стадии подписания договоров. Время сейчас тяжелое, но я считаю своим долгом довести это до конца, чтобы шоу состоялось. В этом году мы никак не успеем, а в следующем, думаю, если обстановка и обстоятельства позволят, я сделаю все возможное для его проведения», — рассказала Татьяна Навка. Ранее дети Пескова и Татьяна Навка попали под персональные санкции ЕС. Об этом стало известно из официального журнала, где был опубликован шестой пакет антироссийских санкций.